опять затуплю. Мои нервы снова сдают, а я опять затуплю. А я стою на краю, а я опять затуплю. Мои нервы снова сдают. Я зашел на Майнкрафт. Я хочу, чтобы это было так, чтобы меня никто не бил. Потому что если сейчас это школьник придет, то все. Это будет трэш. То есть трэш будет. Сейчас прикинь, тут я сейчас хожу, да, и тут такой школьник бегает, и меня киркой алмазной бьет. Мне надо, чтобы, ну, я был властелин купола. То есть, чтобы вокруг меня была аура непобедишки. То есть, чтобы меня никто не мог сразить. Привет. Это то, чем я болен. Я болен всеми песочницами, да. То есть, я прирожденный фанат ММО, РПГ жанра. То есть, Lineage 2, Morrowind, Elder Scroll. И вот, пожалуйста, вот я раньше... Почему-то меня судьба отвела от Майнкрафта. А если бы раньше я в нее играл? Привет, старичок. Да. А потом знаешь, как получилось? Иди ты нахуй с этой акацией, дебил, блядь. Блядь, а что если такое? Если ты хоть раз включишь креатив, чтобы вернуть ресурсы, твоя мать умрет и будет... А-а-а! А я никогда креатив не включал, я что, дебил или что, слышишь, блядь? Я убил, я не использовал никакие, знаешь, креативные режимы, чтобы возвращать то, что было утрачено. Это мне не надо. Потому что я такой человек, что если я играю во что-то, я играю по-честному. Понимаешь? Это объясняет то, почему я не пользуюсь торрентами. Я честный человек, понимаешь, я честный. Я никогда ничего не украл, никого не обманул, не подставил. Вот это моя отличительная черта, которой я горжусь. Понимаешь? Я зашел в новую версию Майнкрафта, но что-то я не пойму, что-то непонятное. Дерево стало совсем другим. А, вот слышишь? Дракона. С меня 10к. О, фу, блядь, вообще на изи, брат. Что ты сразу не сказал, я быстро, я уже давно его убил. Ты знаешь, вот эту игру играют даже пятилетние, то есть пятилетние девочки. Вот, поэтому говорить о том, что я что-то не знаю, тут уже как бы неуместно, пойми меня правильно. Да, да, много времени своей жизни, поэтому берите то, что ближе. И крольчачий костюм для да. Разных игр. Пожалуйста, блядь, уточните адрес. Ёбаный рот. 8, город Самара, верно? Хуерно, блядь. Быстрее, братан, забуривайся, забуривайся, даун. Закрывай дырку, блядь. Вот, пожалуйста. Блядь. Где? Ой, блядь! Ныряй, дурак! Ты чё, дурак, блядь? Нырни, девка! Боже мой! Блядь! Нихуя себе, что-то у них ДМГ большой стал, блин! Да, да, я. Ты что, придурок, блядь? Заткнись, пожалуйста. Заткнись ты! Тут 100% алмазы. Смотри. Да, да, я. Смотри, смотри. Как, зачем копать? Здесь алмазы. Здесь звуки, вот если звуки есть, это типа приближение монстров. Значит, там обсидан и алмазы куча. Прям гора целая. О, долбоёб, долго будешь это своей деревякой долбить? Закнись, пожалуйста. А, нету. О, смотри. Ля. Я тебе говорил? Смотри. Ничего, блин. О, смотри. А, это моя дырка. Посмотрим сейчас еще здесь. Потому что мне... О, уголь, да? А, нет. Сейчас. Боже, блядь, ты дебил, играть-то когда научимся уже, а? Да иди нахуй. Подожди. Сейчас я уголь найду и все. Пойду уголек посмотрю. Где-то должен, блин, быть здесь. Вот там, наверное. О, пиздец, меня ебут. О, пизда.
Ебать, меня ебет рыцарь-подводник, ебать, заебись. Сколько лет ты играл на кожаной флейте? Сколько? Откуда знаю? А я не играл. Чего ты взял? Че ты бред говоришь, блядь? Бред, не надо мне писать. Дед, ну реально, может да. Тебе на мирном режиме играть, как Савельев? Да. Все, вот это деревечко убираем. Слышишь? Я придумал концепцию. Слышишь, а в лесу нормально будет дом или хуйня? Как ты думаешь? Ой, блядь. Сейчас я быстренько здесь построю дом на верхушке вот там. Прям самый красивый, самый большой дом. Ребята, можно я сейчас включу быстренько креативный режим, просто перемещусь в другое место? Другое место перемещалку сделаю. Ну, чисто поперемещаюсь в другое место. Ну, просто посмотрю, ну, креатив режим только. Я просто перемещусь на кораблик и все. Чисто креатив включить можно? Просто перемещение. И все, я не буду ничего там брать. А? Я ничего не буду брать, ребята. Я просто, блин, быстро перемещусь там, построю дом в другом месте. Мне просто тут не нравится. Я люблю, когда зима, блин. А тут нема зимы, тут грязь. А? Не слышу. Можно, да? Ребята, я прям быстро, и все. Перемещение персонажа по воздуху. Попарю, как птица Левитан, и все. Да, больше ничего не буду. Даже кирку. Он, блядь, любит деревянную кирку с академич. Креатив режим включил в ламоду, донатики положил. Конечно, можно леталочку. Включай, родненький, включай. О. Не обращай внимания на чатик молодой. Любимочка, люблю тебя. Спасибо. Ну тогда я креатив сейчас включаю, лечу, как порхаю, как птица, как киви. Как птичка киви летаю, да? Или как? Да. Вот такой небольшой домик у меня уже, ну, я себе сделал. А Москва, она не сразу строилась. Вот. И Самара тоже. Смотри. Сейчас я буду... А что это там такое красное? Дом на болоте, жесть. Ой, блядь. Ты что, ебанутый, блядь? Ты чё, блядь? Блядь. Боже, блядь. Да иди ты нахуй, сука! Хотя бы минус 10, любим тебя. Привет, Ванюшка. Здорово, братишка. Пизду я ебал эту тупую игру, блядь.